Приветствую вас. И отчасти я со своими коллегами согласен. А отчасти нет. И, безусловно, я поясню свою мысль, поясню, почему я согласен, в чем я согласен, почему я не согласен и в чем я не согласен. Значит, у вас в вопросе есть два пункта. Привлечь внимание девушки и вернуть отношения с ней. Как вы понимаете, есть два субъекта. Два субъекта. Вы и девушка. И мы, например, будем работать с вами. Мы будем работать с вами. Но мы не будем работать с девочкой. То есть девушка, ее позиции, ее мысли, ее точка зрения, ее желания, ее особенности психологические, да, будут находиться за пределами нашего сознания, за пределами нашего восприятия, потому что она консультироваться не будет. И поэтому с большей долей вероятности можно говорить, что работать мы будем с вами, а не с ней. И преуспеть мы сможем в том, что касается вас, что касается корректирования вашего поведения, вашего отношения к себе, к себе, к девушке и так далее. И вот здесь очень важный момент. Привлечь внимание человека, поскольку привлекать внимание будете вы. Да, можно привлечь внимание. В этом помочь мы вам можем. Вы скорректируете свое поведение, вы поменяете его, и, соответственно, это может привлечь внимание девушки с большей долей вероятности. С меньшей долей вероятности мы сможем вернуть отношения ваши, потому что для этого нужно желание ее, девушка. Для привлечения внимания к вам желание не нужно. А вот для того, чтобы построить отношения с девушкой, для того, чтобы вернуть отношения, желания нужны ее желание. А заставить ее хотеть быть с вами мы не сможем. Поэтому вернуть ваши отношения вы сможете только если у нее есть чувства к вам. Если у нее они сохранились. Но это не факт. И потому здесь встают вопросы следующего характера. Зачем вам возвращать девушку, для чего вам привлекать ее внимание и почему девушка от вас ушла, ну или почему отношения у вас закончились? Понимаете ли вы ошибки свои, которые совершили в отношениях, что и привело по итогу к тому, что они завершились? Понимаете ли вы эти ошибки? Если понимаете, если принимаете, если, ну, вы готовы меняться, супер, поменяться вам мы поможем. Но поменяться вам мы поможем только для себя.
меняться нужно только для себя, чтобы раскрывать себя настоящего, раскрыть себя настоящего. Не ради девушки, которая может оценить ваши изменения, а может не оценить, что, собственно, я надеюсь, понятно. Итак, да, вот, то, что девушка может, ну, девушка может оценить то, что вы поменяли, да, может сказать, ух ты, как здорово, или там, какой молодец, допустим. А может ничего не сказать. И вот что вы почувствуете, если она не заметит ваши изменения? Вот. Что вы почувствуете, если она поменяет свой, ну, не поменяет, точнее, своего взгляда вообще? Ведь что-то же вы почувствуете, правильно? В одном случае вам будет все равно, в другом случае у вас будет разочарование. И вот наша цель, чтобы в случае, если девушка не оценит ваши перемены, а такая вероятность очень большая, ну, чтобы вы не испытали разочарования, чтобы вы продолжали придерживаться своей позиции. Да? Поэтому перемены, все перемены, вся коррекция должна быть только ради вас, ради самого себя. Не ради другого, не ради девушки. Вот. Понимаете? Только-только так. Только так. Только такая история. И вот в этом мы вам можем помочь. Это вот ответ мой. Я вам даю ответ с точки зрения профессиональной психотерапии. Да? Вот. С учетом всех факторов, да, то есть вот мои коллеги, да, они ответили вам в целом правильно, но по ряду причин не учли вот эти вот факторы, которые очень важны, да, что в отношениях есть не только вы, но есть еще и другой человек. В отношениях есть не только вы, но еще и ваш мотив. То есть есть мотив, вот, что я хочу, да, есть то, что я хочу, а есть реально, ну, реальный аналог того, что я хочу, вот, да, то есть, допустим, грубо говоря, я хочу, например, допустим, да, вот, я хочу полететь в космос, но реальный аналог полета в космос какой? Реальный аналог. Реальный аналог полета в космос — это вот как бы, ну, либо там на спутнике, да, либо на корабле, ну, не на корабле даже, а что там сейчас? Шаттлы, по-моему. Вот, да? Ну, все. Космическая станция, может быть. И все. Понимаете? То есть, это не совсем такой, что прям полет в космос. Так мне нужно понимать, для чего я это хочу. Зачем я хочу? А, в космос. Если хочу что-то доказать себе сам, то я могу не получить того, что хочу. Потому что, ну, космос может не дать мне то, что нужно, ну, то, что мне нужно, вот, понимаете, какая история. Так что учитывайте, пожалуйста, данный аспект. Вот все эти аспекты мои коллеги не затронули, а это нюансы
важный нюанс, чтобы у вас были адекватные ожидания, ну вот, чтобы, ну, чтобы эти ожидания не были завышенными, вот, чтобы вы четко понимали нашу ответственность, свою ответственность, да, и грани, границы между ответственностью. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.